Из нашей уютной, теплой студии утреннего фреша мы переносимся на морозные декабрьские улицы. Точнее, на набережную города Ярославля. Здесь когда-то в этом помещении был кинотеатр «Парус». Ну а теперь открывается новый концерт-холл. Пойдем. Ой, чуть не упал. Представляю вам хозяина всего этого безобразия, человек, который взял и переделал бывший кинотеатр, теперь здесь будет концертный зал, правильно, Николай? Концерт-холл, да, концертный зал с баром. Итак, какие мероприятия планируешь здесь проводить? Ближайший – это конкурс «Мисс Ярославль», вот, и, в общем-то, масса глобальных мероприятий. Одно из таких будет с артистами Иванушки Интернешнл, вот уже скоро. Что здесь у тебя есть? Так, вкратце хотя бы расскажи. Ну, что здесь? Здесь есть вот... Prefusion, да, то есть это у нас бар, люди здесь могут пить кофе, то есть, да, пообщаться, поболтать, там, коктейльчик, вот, и потом проследовать в большой зал. Говорят, что победит ту, за которую заплатили больше всех. У тебя вот как? В этом году я просто решил сделать по-простому, я просто решил не присутствовать в жюри. Вот, пусть... То есть ты не решаешь? Я, да, чтобы люди посмотрели, увидели, что, собственно говоря, все открыто. Вы прошли миллион каких-то испытаний. Запомнилась очень самая красивая деревня России – Вятская. Я видел, вы с дельфинами даже плавали. Мы поплавали, получили море эмоций. В общем, это было очень классно. Скажу про себя, я научилась ходить на каблуках, так как до конкурса ни разу не одевала их. Как же ты пошла на конкурс красоты, когда не знала, что такое туфли? Сама в шоке. А родители как относятся? Родители очень рады за меня и поддерживают. Нас научили раскрепощению, чтобы мы не волновались. А есть какой-то элемент раскрепощения, который можете сейчас показать? Нужно попрыгать. Просто представить, что ты в детстве, что тебе весело, что у тебя все хорошо. Я тоже представлю, что я в детстве и тоже прыгаю. Слушайте, а правда здорово? Каждая я бы хотел, чтобы представилась сейчас и сказала, какой титул она хотела бы получить. Кондратьева Екатерина, мисс зрительских симпатий. Павлова Полина, мисс Ярославль 2016. Молодец какая-то. Отобрала у всех, сразу отжала титул. Хорошо. Кроткую Елизавета, мисс очарование. Данилова Анастасия, мисс загадка. Грибанова Валерия, мисс самая лучшая фигура. Кривощапова Галина, главная красавица Ярославля. Калитина Ксения, мисс улыбка. Правда? Якубова Эвелина. Друзья, вот такие вот классные девчонки, вот такое вот хорошее настроение. Я надеюсь, что сам конкурс пройдет на такой же позитивной высокой ноте. Я всем желаю победы, всем желаю какую-нибудь номинацию получить. Самое главное, чтобы дальше по жизни каждая из вас шла так, как будто бы на вашей голове уже есть корона. Спасибо. Спасибо. Не забывайте смотреть утренний фреш!